Ситуация именно такова. Если нам, конечно, так, по идее бы, конечно, проще было бы жить в системе сходной с той, по которой живет американский институт, RIBA и так далее. Это мощная, сильная организация, которая, в общем, замечательно справляется своими обязанностями, как, так сказать, традиционного известного нам свойства, так и является, в общем, сообществом. Кстати сказать, все вопросы переподготовки и так далее. Все это в RIBA, в том числе квалификации вузов. Ну, в общем, все то, чем занимается как бы профессиональное сообщество, все делается одной структурой. Мощной, сильной, да. Все награды. Мы собрались здесь, вот есть экзаменационная комиссия, два экзаменатора. Как вы видите, есть ли какой-то механизм у архитектурного сообщества воздействовать на не на совсем рациональные решения, которые принимает стройкомплекс по застройке в городе Москве? Как он будет бороться за комфортную городскую среду внутри нашего города? Какой механизм не видит? Через туннельные ассоциации. Давайте так, поскольку вы уже, наверное, понимаете, что я идеалист. С этого надо было начинать, да? Да, это очень правильный вопрос. Из двух частей компонентов. Одна, это то, что нам сейчас предлагают, это инициация концепции изменения проектного комплекса, изменения нормативной базы. То есть, вы прекрасно понимаете, что если на Западе есть участок в определенных объединениях, то к нему в город подводят до первого колодца коммуникации на следующий год. И если там написано 8 этажей, да, то может быть только 8. И нет механизма обсуждения, а может быть 9. Это первым шагом, потому что если дальше на него накладываются определенные рамки регулирования, как вы знаете, и если, другое дело, только если государство на это пойдет, наше московское государство, конкретно, да? Это не о том речь. Слишком не цивилизованный заказчик у нас, слишком не цивилизованное общество. Силами архитектора решить эту проблему нельзя. Поднятие общей культуры в обществе, но вряд ли оно случится в ближайшее время. Поэтому боюсь, что наш профессионализм, конечно, будет каким-то образом влиять на ситуацию, но в корне и принципиально ситуация не изменится в ближайшее время. Ну, вы как президент не собираетесь на это влиять? Нет, я собираюсь. Я, естественно, раз я иду, я собираюсь влиять, но вы хотите же правдивый ответ. Поэтому, а вам так не кажется? Начинается, ну что, ребят, мы будем все другие понятия. Речь идет о том, что констатация факта – это одно, выход из этого положения – это совсем другое направление. Вы хотите выход услышать? Конечно, но я понимаю, что только отстоять среду, которая есть, только может архитектор. Не понимаешь. С этим все согласны. Смотрите, сколько здесь Но механизм нет. Вы не видите, что механизм сегодня начинает возникать. Может быть, он начнет работать. Ну, но то, что было 2 года назад, не было этого. Совершенно точно. Это не то место для этой дискуссии. Недавно созданный совет по градостроительному развитию. Давайте в нем и зададим друг другу эти вопросы и попытаемся на них ответить. А оба президента, если будет найден ответ. Президент.